Нас попросили, а мы приехали. Невзирая на температуру и недомогание, и не пожалели. И пусть монтаж гиперскоростной и короткоплановый, но вам бы камеру в руки и постарайтесь поймать в кадр и сфокусироваться на бешеных машинках, носящихся со вполне взрослым ускорением, закладывающими такие повороты и такой дрифт, который просто невозможен без риска для жизни для реальных авто. Если и после этого кто-то может пожаловаться на недостаток адреналина, попробуйте сами. Тем более, что сейчас возможность такая есть. Так что это, игрушки для взрослых или предмет мечтаний детей? Это далеко не виртуальная реальность, данная нам в ощущениях. Кстати, позволить себе такое могут многие. Что, дорого? А вам недорого болтать по мобильнику или часами шелушить бесполезный сайт? Удовольствие по деньгам одинаковое, но здесь оно реальное. Поглядите на себя в зеркало и подумайте, сколько вам реально лет. Этими играми на сытом Западе занимаются и вполне взрослые дядьки и детки. Не смотрите на седины. Машина времени существует, надо только захотеть ее включить.